Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi Note 11S изменить язык системы. Для начала переходим в настройки, затем в раздел расширенные настройки, язык и ввод. Язык. Перед нами открывается полный список доступных нам языков системы. Давайте выберем, например, украинский. И после этого язык меняется автоматически. Если же хотим поменять его обратно на русский, переходим в налаштування, потім додатково мова та ведення мови и выбираем русский. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.